Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Александр Мельников, председатель общественного совета при УМВД России по городу Омску. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас речь пойдет о педотряде. Это новый проект, новая инициатива. Расскажите подробнее, что это за проект и как он появился. Появился, честно говоря, случайно, но мы выявили потребность о существовании такого педотряда. Это молодежное движение, даже, знаете, это сложно сказать, там, педотряд. Это будет такое молодежное движение, где именно сами участники этого педотряда выбирают и реализуют многие проекты. Мы всего лишь в помощь. На какую возрастную группу рассчитан этот проект? Это будет, ну, скажем так, от 17 лет, но так как это педотряд, он будет работать в детских оздоровительных лагерях города Омска и Омской области, надеемся. И он, естественно, с 18 лет уже ребенок, он выезжает, студент выезжает работать в детские оздоровительные лагеря, именно вожатым. То есть мы такое создаем, то есть основное направление — это вожатство, ну и включать будет в себя и волонтерство, и, ну, за ЗОЖ и так далее, и так далее. То есть такое вот, как сказать, молодежное движение. Вы сказали «мы в помощь». Мы — это кто? Это не секрет. Нет, это не секрет. Это мой коллега, моя коллега и, скажем так, идейный вдохновитель нашего педотряда. Это Екатерина Малькова. То есть она у нас занимает там несколько должностей. То есть это и главный педагог для воспитания, для создания того проекта, который пойдет потом уже в детские оздоровительные лагеря, то есть работа с детьми. То есть наша задача — воспитать в наших вожатых такое, скажем так, чтобы они могли воспитывать уже и детей, то есть отдавать ту информацию полезную, да, то есть те, так скажем, добрые игры, которые были раньше в лагерях, играть с детьми, увлекать их в разные мероприятия. Это вот работа вожатых. Ну а прежде всего, чтобы вожатый это умел, надо его сначала научить. Ну, вы затронули такую тему очень широкую, чтобы научить вожатого быть вожатым. Ну, да. Для этого, я думаю, придется привлекать не только педагогов, но и других специалистов, может быть, даже связанных как-то, людей, связанных с правоохранительной системой. Конечно. Дело в том, что нынешнее наше время, да, которое у нас сейчас на дворе, то мы смотрим на том, что существуют у нас такие проблемы, как дистанционное мошенничество, компьютерная безопасность, потом комментарии в соцсетях, то есть, так скажем, культура общения в соцсетях, это все затрагивается. Уже есть безусловная договоренность с УМВД России по городу Омску, у нас уже стоит в графике, это уголовный розыск, то есть сотрудники будут разъяснять, что такое хорошо, что такое плохо и какая ответственность за это. Будем привлекать сотрудников по безопасности компьютерной, то есть они будут рассказывать про вот эти все дистанционные мошенничества. А вот этот пункт сейчас стоит основным, потому что, вы знаете, вот совсем недавно было заседание общественного совета, и затрагивали эту основную тему, это дистанционное мошенничество, как с этим бороться. Вот. И мною было предложено именно действовать через молодежь. Потому что молодежь — это сейчас наше все. Вот. И, естественно, мы должны уберечь молодежь от дистанционных мошенничеств. А уже через молодежь они расскажут своим родителям, бабушкам, дедушкам о том, что эта проблема есть. И на что стоит обращать внимание, как действует злоумышленник. То есть говорить о том, что действуют злоумышленники, это, конечно, правильно и нужно. Но еще самое главное — донести ту информацию, каким методом они завлекают, то есть психология. То есть они сначала вводят человека в транс, пугается, ну а потом уже действует в рамках своих интересов. Вот. Это все расскажут нашим
будущим вожатым, сотрудники полиции. Ну и, конечно, сотрудники ПДН тоже поделятся опытом, как работать с трудными детьми, что это такое, как предрасположить, да, ребенка к себе. Вот это тоже важно. Поэтому мы будем привлекать множество. Также не исключаю медицину катастроф, правда, с ними еще мы не проговаривали, но я думаю, то, что они с радостью согласятся поработать с нами. Это первая доврачебная помощь, оказание. МЧС расскажет, конечно, про соблюдение безопасности, там, костры, спички и так далее, чтобы это все, опять же, мы вкладываем в наших вожатых, а вожатые вкладывают уже в своих детей, в свои отряды. То есть это получается связь поколений. Вы знаете, вот эту практику, ну, по долгу службы так получилось, что есть такое движение ЮВИД, очень такое доброе и правильное соблюдение правил дорожного движения, юный инспектор движения. И вот по статистике ни один из воспитанников ЮВИДа не пострадал в ДТП. Ни одного случая. И мы наблюдали о том, что воспитанник ЮИДа уже доносит информацию для своих родителей. И родители останавливают, чтобы они не переходили не в положенном месте дорогу. И вот здесь вот эта история, она и зарождается. То есть получается зарождает. Такая связка. Да. Мы через наших вожатых будем доносить до детей, а дети уже будут рассказывать родителям. А вот мама знает, что вот есть такая опасность, которая может прийти с мобильного телефона или с картинки, там, проголосуй за того или иного человека. И человек попадает в эту ловушку и переводит деньги там совершенно другим мошенникам. Вот. И мы будем это все дело рассказывать. Наши вожатые будут очень опытные. Прежде всего, мы планируем, знаете, такой большой отряд, который будет представлять себя. То есть они сами будут организовывать мероприятия. И они уже стоят у нас в графике, мы уже планируем. Насколько интерес у молодежи есть к вашему проекту? Много ли откликнулось? И как набирали этот отряд? Вы знаете, набор продолжается. И мы никому не отказываем. Пожалуйста, приходите. Это очень интересно и увлекательно. Нежели там сидеть в телефоне, да, можно прийти и весело провести время. Занятия у нас проходят еженедельно, постоянный прирост уже в коллектив студентов. Студентам это интересно, потому что педотряд, он позволяет не только взаимодействовать между собой, то есть, опять же, если вот ребенок, вот он, ну, так скажем, студент, да, вот он в рамках вот своей учебы, вот он зациклен, в педотряде он раскрывается. У нас есть случаи, когда человек никогда не танцевал, а в педотряде он великолепно танцует, потому что есть поддержка. Мы привлекаем очень множество всяких специалистов, включая хореографов, профессионалов, которые учат и обучают. Вся эта история бесплатная или платная? Бесплатно. Абсолютно бесплатно. То есть каждый желающий студент может прийти к нам в педотряд и сказать: «Я хочу быть с вами». И мы его с радостью примем. Посмотрим, что ему интересно, чем он увлекается, и просто будем ему помогать. Вам это зачем? Вы предприниматель, у вас есть другая общественная нагрузка. Вы знаете, если ничего не делать, то ничего и не будет. Как сказал мой коллега, делай, тяжело, плакай, ползи, но делай. Вы знаете, мной, да, действительно реализовано очень много проектов, которые уже стали, наверное, ежегодными мероприятиями. Но вот именно к 100 друзьям я отношусь более, наверное, трепетно. 100 друзей — это название самого уже педотряда, я так понимаю, да? Да. Я лишь только могу сказать, наблюдая за вожатыми, о том, что вот это вожатство, оно не заканчивается в какой-то определенный возраст. Оно продолжается. Я наблюдал, у нас был амбассадор, приезжал очень знаменитый сейчас и ведущий, и организатор. И я вот на него смотрел на занятия, он увлекательно рассказывал про вот эту жизнь вожатого и как она ему помогла реализоваться в жизни, в будущем. И я понимаю, что вожатство существует и после детских лагерей,
и больше далее 20 лет, там, 30 лет, он все равно вожатый. Ну, то есть это образ жизни получается? Образ жизни, да, образ жизни, он реализовался от вожатства, он получил очень большие там, достижения, он стал там, старшим вожатым, возможно, педагогом в дальнейшем. Но вожатство, это вот, я говорю, у них дружба даже между собой. Они вот по жизни идут как друзья и общаются еще очень долго после заезда в лагерь. И вспоминают те свои классные смены под гитару и костром. И все это мне лично очень приятно слушать. И ну, я так интересно. Понимаю, что для участников проекта это в первую очередь эмоции и знания, а для вас это очень большая административная работа. Так и есть. Я не боюсь этого. Пусть это будет, да, это работа, но, вы знаете, мне будет очень приятно, если с протяжением какого-то там времени, если этот отряд, он все-таки, он реализуется, и он будет очень большим, мне будет очень приятно, что я стоял у истоков этого отряда. Мы разговаривали с многими директорами детских оздоровительных лагерей, и потребность в вожатых, она всегда стояла остро. Ну, то есть в хороших вожатых, качественных и так далее. Но сейчас она более остро стала. Именно, знаете, не в том плане того, что нету человека, а именно качества нету. Что вы подразумеваете под качеством? Ну, сейчас, смотрите, сейчас многие педотряды или вожатые, ну, все заканчивается в рамках каких-то танцев и как бы вот классической заезды из года в год практически одно и то же. Будем честны. Мы хотим дать больше. Мы хотим дать больше игр. Танцы, конечно, никуда не уйдут. Мы хотим дать больше игр. Мы берем, проще говоря, мы берем все старое, все самое вкусное и интересное, делаем это в новой оболочке, современной, и уже вкладываем в вожатого. То есть это современность, это потребность, опять же, давайте так, вот есть куча отрядов, которые работают, замечательные отряды, и мы их даже ждем к себе, то есть мы не отказываем. Бывают, приходят прям целыми отрядами. А вот нам интересно, можно с вами поработать. То есть можно вы готовы дружить со всеми? Со всеми абсолютно. Взаимодействовать, общаться. И чтобы они вот внутри нас получали знания. Те, которые они потом применят у себя уже в отрядах, в детских оздоровительных лагерях, где они работают. Что касаемо качества, то для нас очень важно, чтобы вожатый — это был образец для ребенка. Вот он стоит чистенький, выглаженный, и он вожатый. То есть как раньше у нас пионеры, да? Вот это было интересно. Это все же стремились стать пионерами в свое то время. И вот здесь мы хотим через вожатых, что вот он, идеальный, вот он, воспитанный, культурный, образованный человек, который работает с детьми в лагерях и дает правильное наставление. То есть ни в коем случае не кричал на ребенка, ни в коем случае там не показывал свои эмоции, чтобы он четко действовал, как ему сказал педагог. То есть это важно. Если линейка, то значит все должны быть как с иголочки. Это тоже важно. Это есть картинка, та, которую мы видели, наверное, у себя в прошлое, вот, когда там пионерия была и так далее. То есть, как я и сказал, мы берем все вкусное, интересное, старое, но только в новой оболочке. Ну а самое главное для молодежи, что это им интересно, это то, что вожатый и вот человек, который в нашем педотряде «100 друзей», он генератор идей. То есть мы ему, конечно, даем знания, но он сам генерирует ту идею, которую вот она будет интересна для молодежи. Тут давайте проведем флешмоб, да, там с флагом России и так далее. Хорошая идея, надо реализовать. Делаем, занимаемся, помогаем. Вот это и есть то самое, то, что, наверное, нужно стремиться. Какие планы у вас на ближайшее время, вот, к примеру, допустим, до Нового года? Ну, сейчас, конечно, для нас важно это занятие, это обучение. Сейчас все силы брошены на именно этот первый пункт. Мы приглашаем на наши занятия
множество амбассадоров. Это знаменитые люди города Омска, которые рассказывают свои жизненные истории про как они ездили в детские оздоровительные лагеря, как они были, не были вожатыми. А если они не были вожатыми, то кто для них идеальный вожатый? Мы приглашаем множество людей и соглашаются. Кстати, у нас есть множество таких людей, которые, допустим, согласились, пришли, обучили там диджейству, да, то есть диджей, чтобы работал в лагерях. Они тоже это делают бесплатно, если они, не секрет. Да, они тоже это делают бесплатно. Дело в том, что каждый человек, он приносит какую-то определенную... для вот, молодежи он несет такую, как сказать, информацию, ту, которую они готовы впитывать, то есть учиться. Если человек приходит, рассказывает, вот, знаете, я вот такой великий бизнесмен, и вот смотрите, как вот я вот двигался, да, то есть я начинал с самого, мне никто ничего не давал, а как достичь? И вот он приходит, рассказывает, это тоже опыт. Это опыт для молодежи. Например, мастерство ораторского. Я думаю, что вам это точно знакомо, известно. Да. Вот. И, пожалуйста, мы вас приглашаем. А может быть, кто-то хочет пойти работать к вам на телевидении из вожатых. Вот выберет он себе эту профессию. Да, он будет находиться в 100 друзьях, да, он будет ездить в лагерях, но учеба заканчивается, надо искать работу. Вот, пожалуйста. Как можете охарактеризовать поколение, которым сейчас 17, 18, 19? Ну вот, наверное, основные характеристики. Самое главное, у них море идей, море эмоций и, как я и сказал ранее, генератор идей. И большинство, конечно, большинство этих идей, они в правильном русле. То есть сделать популяризацию. Вообще молодежь, вы знаете, молодежь любит вот тусники, будем так сказать. А мы им просто эти тусники даем. Давайте тусить, давайте будем общаться, давайте будем придумывать и это вместе реализовывать. Да, существуют сложности, недопонимания, но они решаются вот путем диалога. Александр, я благодарю вас за увлекательную беседу и напомню, что сегодня в студии был Александр Мельников, председатель общественного совета при УМВД России по городу Омску.